Сообщение о происшествии на Мозырском НПЗ поступило рано утром, 13 декабря. По данным МЧС, случилась разгерметизация и возгорание элементов комбинированной установки гидрокрекинга нефтяных остатков. Пожар ликвидировали быстро, но, к сожалению, не обошлось без трагедии. Сегодня утром произошел инцидент на комбинированной установке гидрокрекинга предприятия, в результате которого погиб работник производства. Других пострадавших нет. Завод работает в обычном режиме. Экологическая обстановка не нарушена. Обстоятельства инцидента выясняются. Руководство и коллектив предприятия выражают глубокое соболезнование родным и близким работника. Предприятие окажет всестороннюю поддержку семье. Погибший 39-летний старший оператор секции установки. По данным Следственного комитета, мужчина работал в ночную смену. Во время возгорания получил ожоги около 90% тела. На месте происшествия сегодня работала следственно-оперативная группа. Продолжается проверка, назначено проведение экспертиз. Процессуальное решение будет принято после завершения всех проверочных мероприятий. После ликвидации возгорания сотрудники Следственного комитета совместно с сотрудниками Государственного комитета судебных экспертиз приступили к осмотру места происшествия. В настоящее время изымается техническая документация, опрашиваются должностные лица предприятия, очевидцы, свидетели, назначен ряд экспертиз. После проведения предварительных и первоначальных следственных действий будет принято процессуальное решение. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».